Снимаем рекламу про Лелю. Давай, Леля. Она нам покажет, как она умеет ковыряться в носу и есть пилявки. Так, вот этим пальцем она глубоко залазит в нос и начинает его ковырять. Полюбуйтесь, господа. Вот что происходит с ребенком, если ему не объяснить, что козявки есть, это плохо. Их нужно выбрасывать. Тут она недавно отрезала все волосы. Я не вначале делал из них дреды. А скоро мы придем эти дреды его сюда, назад. И она будет у нас с такими ходить модными дредами. Смотри, как классно. Давай тогда вперед.